Вот так мы готовим сами себе попкорн дома в домашних условиях из сырого попкорна, который мы покупаем в зернах. И оно очень хорошо лупается, причем я делаю себе диетический вариант. Мы вообще не добавляем сюда масла и сахара. То есть получается очень диетический вариант, низкокалорийный, потому что получается большой объем, а весит он очень мало, потому что этот попкорн очень легкий.